я приехала, мне исполнилось 18 лет. Я переехала в Москву из Норильска и совершенно не знала, куда поступать, никаких планов особо не строила, но точно знала, что буду поступать на журналиста. Я начала искать университет, и МСГУ мне в поисковике выпал первый. Я приехала, меня восхитила территория, восхитила история университета. Я сюда поступила и еще ни разу об этом не пожалела. Я проходила стажировку в качестве корреспондента у себя в родном городе, в Норильске, на телеканале «Россия-1». Я стала единственной студенткой, которую официально взяли в штат. Я думаю, что это показатель того, что качество образования в Москву, оно на высшем уровне. После того, как я выпустилась из университета, я стала работать в районных онлайн-СМИ Москвы. Проработала там 1,5 года. И потом я перешла в одно из крупнейших изданий России «Известия», холдинг «Национальная медиагруппа». Я продолжаю работать там по сей день. На данное время я занимаю вакансию шеф-редактора сайта 5 канала. За время обучения в университете я развила в себе дисциплину, креатив, потому что мы постоянно, у нас была какая-то движуха, волонтерская деятельность в университете активно развивается, я думаю, что сейчас еще больше прежнего. Я нашла себе очень много друзей в университете, с которыми общаюсь по сей день. Я несколько раз участвовала в благотворительной акции «Дети России, дети Донбасса» в качестве вожатой. Это был незабываемый опыт. Я до сих пор пересматриваю фотографии, мечтаю вернуться обратно. Несколько раз участвовала в благотворительных акциях, где выступали люди с ограниченными возможностями. Тоже был хороший опыт. Я совмещала студенческую жизнь и со своей личной жизнью, и с работой, и с активной творческой частью жизни университета. Когда я поступила в университет, нам еще, когда мы, наверное, абитуриентами только были, все собрались, нам сказали, что университет — это лучшие годы нашей жизни, самое золотое время. И я, наверное, спустя 4 года понимаю, что это были самые верные слова, потому что это время, оно просто незабываемо. Я с ностальгией пересматриваю фотографии и хочу пожелать студентам: берите от жизни, от студенчества все, что только можете. И это касается не только образования. Конечно, в первую очередь нужно поглощать себя как можно больше знаний, которые вам здесь дают. Участвуйте во всех творческих процессах университета. В МСГУ их очень много. Также, если вы живете в общежитии, общайтесь, дружите. Твоя карьера начинается с МСГУ.